Работы по уборке и озеленению идут в плановом порядке. Сегодня на смену вышли машины «Джонсон». Они убирают мелкий мусор при помощи щеток и пылесоса. Там, где более крупная техника просто не способна работать – на тротуарах и дворовых территориях. Сходит снег, мы садимся и до поздней осени, считать до первого снега. Листву все, до первого снега на нем работаем. Параллельно бригада службы единого заказа занимается высадкой саженцев однолетних цветов на всех клумбах нашего города. Есть места, где цветочные ковры уже радуют глаз, а где-то работы по озеленению продолжаются. Петунья, тагисы, бегония, агератум, алисум – ароматные и сочные цветочные имена, саженцы которых сегодня покроют территорию около администрации района. Бегония однолетняя – это один из 27 тысяч саженцев, которые сегодня будут высажены на Советской площади. И такое разноцветие привезено из питомника Раменского района, с которым служба единого заказа сотрудничает уже не первый год. Рассада очень хорошая. И, конечно, высаженные цветы смотрятся очень красиво. Нас это радует. И в дальнейшем им желаем, чтобы они также нам поставляли такую же хорошую рассаду. Андрей – огородник, огородничает на территории Ленинского района уже давно. По его признанию, работа приносит ему только удовольствие. Свежий воздух, хорошее настроение, отлично. Хорошие мастера, руководители, коллектив отличный, отличный. В этом году высаживают только однолетние растения, но руководитель предприятия Александр Голиков уже строит рабочие планы на следующий год. Будем в обязательном порядке разрабатывать уже... ландшафтный дизайн в этом году, чтобы у нас не было уже каких-то спонтанных таких вот творческих вопросов, а уже были плановые вопросы, на которые мы бы уже закупали, приобретали цветы необходимые. Наверное, основная тема – это переход на многолетние и цветники, и кустарники. Почему? Потому что я считаю, это актуально и красиво, когда все время клумбы находятся в состоянии, цветущем состоянии. Такое цветущее состояние будет радовать жителей нашего района до глубокой осени. А для создания праздничного настроения в преддверии Дня России на улицах города были растянуты флаги триколора. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Видное ТВ.